Значит, играет письменян. Мяу, ну-ну. Не берете меня к себе? Но сейчас я вам устрою, мяу. Нужно срочно сделать им какую-то пакость. Ха-ха-ха-ха. Мяу, вперед! Творить большие дела. Нужно хорошенько подумать. О, цветочек. Что-то мне кажется, он сюда не подходит. Может, его отсюда убрать? Мяу, ай, колючий. Цветок, я не понял. Ты что меня... Ай, колючий, ты что меня поколол? Я сейчас с тобой разберусь. Я вообще-то смелый и сильный кот. И ничего страшного, что мне еще нету года. Я сильнее тебя. Так что ты сейчас у меня получишь. Покажу сейчас тебе, как обижать кота. Вот так тебе. Ой, кажется, я что-то наделал плохого. Ну, в принципе, я ж хотел напакостить. Хе-хе, ладно, зато я победил этот цветок колючий. Мяу. Что, вот так тебе, вот так тебе, вот так, вот и еще вот так, вот так, вот так тебе, вот так. Ну что, противный цветок, получил? Теперь нужно всем рассказать, что я победил цветок колючий. И пусть все знают. Ну все, кажется, миссия на сегодня выполнена. Хе-хе-хе. Ладно, пока никто не видит, нужно уматывать отсюда, быстро. Если что, я ничего не знаю. И чем вы здесь занимаетесь без меня? Мультики смотрим. Я буду с тобой смотреть мультики, можно? Да. Симба, ты почему такой грязный? Мяу, я ничего не знаю, это не я. Что с тобой произошло? Симба, ты весь в земле или что? Нет, я вообще чистый, это тебе показалось, это точно. Я не в земле, нет. Симба, давай признавайся. И чтобы придумать. Я не знаю. Симба, почему ты грязный? Мяу, ничего я не грязный. Давай мультики смотреть. Я вон сейчас помоюсь. Мяу. Нет, никаких мультиков. Признавайся, что ты натворил. Я ничего не творил. Это не я. Это все цветок. Это он виноват. Он меня хотел уколоть. Представляешь? Я еле спасся. Этот цветок был такой злой и страшный. Я еле его победил. О, Симба, я уже представляю. Ну, идем покажешь, с кем ты там боролся. Мяу, я тебе говорю, это не я виноватый. Совсем. Там весь день ничего не поломал. Ну, понимаешь, он первый ко мне начал приставать. Что это? Это цветок. Он такой противный. Уколол меня в лапку. И я его победил. Зачем? Ну зачем ты это сделал? Теперь мне еще убирать. Мяу, этот цветок злой. Это зло. Этот цветок должен быть уничтожен. Симба, прекращай. Как ты это сделал? Зачем? Мяу, этот цветок должен быть уничтожен, я тебе говорю. Почему? Это же обычный цветок. Нет, выбирай, или он, или я. Симба, все, прекращай, еще мне убираться за тобой. О, ты намусорила мне убирать. И, кстати, ты заметил, какие грязные у тебя лапы? Мяу, ничего не грязное, все под контролем. Я покушаю, ням-ням-ням. Симба, теперь нужно купаться еще. Мяу, мне послышалось? Это какой-то звук, голос, слово. Неизвестное слово. Вроде как купаться. Я такого слова не знаю. Симба, шутки в сторону. Намусорил, испачкался и еще и шутишь надо мной. Ты серьезно? Теперь будем купаться. Мяу, нет. Я сказала купаться. Мяу, даже не думай, а то уйду из дома. Без вариантов, пошли в ванную. Спасите, помогите. Не буду, не хочу, не заставишь. Нужно где-то быстро спрятаться. Симба, от меня не спрячешься. Мяу, но я не хочу, я не буду. Пошли купаться лучше. Ну за что? Ну, я больше цветок трогать не буду, обещаю. Вставай. Мяу, но я не хочу, но я не буду. Надо, Симба. Ты хочешь быть красавчиком? Не хочу, я и так красавчик, мяу. Но будешь еще красивее. Не буду, не хочу. Я и так красавчик, не надо меня мочить. Ненавижу воду. Так, не умничай. Нужно убегать отсюда. Убегаю! Стой! Да, Симба, по-серьезному, мы купаемся. Так, нужно как-то убежать. Нет, не получится. Что же делать? Помогите! Спасибо!
убежать от меня, ты и так не убежишь. Не нужно убежать. Ребята, поставьте много-много лайков, чтобы она меня отпустила. Пожалуйста, пожалуйста, я считаю до трех. А вы ставьте лайки. 1, 2, 3. Я надеюсь, вы меня спасли. Ребят, ну конечно, поставьте лайки, но купать его все равно нужно. Шампуньку. Я не люблю открыть. Не люблю шампуньку вообще. Давайте вот так. Вот, открыла. За что? Я больше в жизни никогда не буду цветы твои трогать. Честно, честно. Нужно было мне связаться с этим цветком колючим. Цветок не кусается. Он просто колючий. Потому что это кактус. Нет, это все виноватый цветок. Ладно, держусь. Симба, держись. Я сильный кот, я смогу. Не надо чего бояться. Это же обычная вода и шампунь. Мяу. Я уже замерз что-то, мяу. Вот, тогда давайте посмывать. Только теплой водой, пожалуйста. Хорошо, это теплая водичка. Ой, кошка попала. Чуть-чуть. Да, вот это я попала. Лучше бы я не трогала этот кактус. Так еще шею, еще здесь спинку и хвостик еще. Ой, хорошо так пошло. Водичка тепленькая, мне нравится. Это даже как-то приятно, что ли. Вот так. Да еще вот такие лапки. Давайте я немножко холоднее сделаю, а то немножко горячее, да? Да, чуть-чуть горячее. Ой, попала в ушко. Не надо дергать лучше. Ладно. Хороший котик. Ты помоем тебе? Да, хвостик нужно помыть. И, наверное, уже все. Еле пережил. Все, наверное, уже все. Ура! Все, не могу. Все, так, берем полотенце. Помогите, не могу уже, хочу уже выйти. Вытираем. Ой, поскорее бы уже отсюда уйти. Еще спинку. Ты такой милый, ну ладно, пошли сушить. Эй, я что тебе, малыш какой-то, что ли? Эй! Ой, да, ты малыш. Пошли сушиться. О, совсем другое дело, смотри, какой чистый. Мур-мяу, а это что за дела? Даже не спрашивай, Силвер, он такое натворил. Ну, я представляю себе. Если он сейчас мокрый, значит, конкретно натворил. Короче, будем сушиться. Помогите. Снимаем полотенце и начинаем сушить. Как-то так оно, наверное, включается. Да. Ой. Главное, не бойся, малыш. Не нравится мне этот звук. Не отвлекай. Сейчас урок рисования от Яны. Мяу. Да, смотрите, ребят, какую картину я уже нарисовала. Мяу, да, я помогал. Ну что, Симбу я уже посушила. А сейчас захотелось мне порисовать. Оцените, пожалуйста, мою картину. А еще я сейчас смотрю Леди Баг. Смотрите, что Симба делает. Он решил разорвать этот. Что это? Что это ползет? Посмотрите, где? Что это? Что за? Даже какашка знаю, как какая-то. Где она? Я боюсь просто. Кто-то там живет у тебя на картине. Думаю, что это небо, что он летает. Ну да. Эй. Ребят, пожалуйста, поставьте лайки для Симбы и для Йорика, и для меня. Вам очень легко, а нам очень-очень приятно, и вас всех очень-очень... люблю. Те, кто подписаны на канал. А в комментариях напиши, любишь ли ты рисовать. Урок рисования на сегодня укончен. Напишите в комментариях, красиво получилось? Собачка такая, похожа на Йорика. Еще не до конца доделанная. Да. Ну как похожа на Йорика? Здесь нет такого... Это белый какой-то. Да, еще у него нет такой штуки. Хвостик. Да. Ребят, давайте мы его сейчас причешем, и он вообще будет самый красивый кот. Мяу, но чесаться я люблю. Это как массаж. Очень любит со мной спать. Мы, когда вечер или ночь, когда мы ложимся спать, мы вместе обнимаемся и спим. Но иногда он ночью убегает.
забыла сказать. Напишите в комментариях, как зовут вашего питомца. Кошечку или собачку или попугая. Напишите обязательно, какого питомца. И напишите имя. И сюда, посмотрите, просто как уже много. Прикольно. Я его только, наверное, минуту чешу, а уже так много. Я в шоке. Мяу, наконец-то этот день закончился. И я уже пойду посплю, отдохну. Больше никогда кактусы трогать не буду. И вам не рекомендую, мяу. Если вы кот. До новой встречи, малышка-набестышка. Я вас всех очень-очень люблю. До встречи, я вас всех очень люблю. Муа.